Доброго времени суток, леди и джентльмены. По немногочисленным просьбам, босс файт с лейтенантом Лехом Крилом и капитаном Вором на локации Экстра на планете Церера. Что дают нам эти ребята? Дают они нам чертежи на Warframe, обычную его версию, на Warframe Frost и на пушку Митра. Эпическая какая-то пушка. Много чертежей на нее надо фармить и очень долго. Еще какие-то пушки с них падают. Ну, название не помню, посмотрите в Википедии игры. Что по Фросту? По Фросту, ну, мне все чертежи упали с 19-го раза, так что приготовьтесь очень долго задержаться на этой локации, если вам нужен Фрост как фрейм, обычная его версия, то, в общем-то, наберитесь терпением и фармьте. Что тут еще? Ну, падают хорошо здесь элементы Аракин, элементы питания. И, в общем-то, с каждой катки по 2-3 штуки просто прилетают. Вот они обычно вот под этой платформой, они либо с боссов падают, либо под платформой постоянно появляются в ящиках. Вот, что касается босс-файта, капитан Вор, как вы видели, ну, легко выносится. А вот с Лехом Крилом есть вопросы, и обычно новичкам, у новичков обычно трудностей много возникает по нему. Они просто его заспамливают патронами, и он потом багуется, и его невозможно убить. А все очень просто. Когда вот он втыкает свой топорик, сзади, вот, сзади ему стреляете по вот этому светящемуся кругу, и там у него какие-то шланги, в общем, они отваливаются, чувак начинает злиться, и потом у него, в общем-то, броня снимается, и вы его расстреливаете, как вот в данной ситуации. В общем-то, все очень просто. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, в общем, что вы по этому поводу думаете. И всего доброго, всем пока, не болейте.